Харе Кришна, Диагуру Махарадж, please accept our humble obeisances of Guru Шрила Прабхупада. Okay, Audrey, you ready? Today, our Harinam group was invited on a yoga festival in the city. So at that time, so I asked Madhurya Lila for translation today. Madhurya Lila, translate. Okay. Yeah, today. Guru Maharaj, please remind, we finished invocation or last paragraph. Yeah, we finished the invocation. Thank you. Hare Krishna, меня слышно? Yes, да. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Maharaji. Please accept my obeisances. Yeah, please accept my obeisances. Our glorious Prabhupada. So we can begin? Yeah. Okay, so we're on mantra one of the Ishopanishad. Сегодня читаем Шри Ишопанишад, мантру первую. Ом агьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чаксурунмилитаньена тасмай шри гурве намаха. Ванча каупатарубьяща крипа синду баевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, mantra one. Isavashyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena chaktena bunjata magrada kashasatanam. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota. And one should not accept other things, knowing well to whom they belong. Перевод. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. So you can begin reading the translation, Maharaji. Read the first paragraph. Okay. Ведическое знание непогрешимо, потому что не исходит по цепи совершенной ученической преемственности духовных учителей, начинающейся с самого Господа. Ведическое знание получает из этих трансцендентных источников, и первое слово ведического знания произнес сам Господь. Слова, сказанные Господом, называют апаурушеей, что указывает на то, что они не исходят от личности, принадлежащей к этому материальному миру. Существо, живущее в материальном мире, имеет четыре недостатка. Оно обречено совершать ошибки, неизбежно впадает в иллюзию, склонно обманывать других, наделено несовершенными чувствами. Ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен передать другим совершенную информацию о всепроникающем знании. Этого нельзя сказать о ведах. Ведическое знание было изначально вложено в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа. А Брахма, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, продолжившим этот процесс вплоть до наших дней. All right. So, Srila Prabhupada begins his purport to this important verse by describing to us how the knowledge which comes from the Lord is perfect.
Шрила Прабхупада начинает свой комментарий к этому стиху, объясняя, что совершенное знание исходит от самого Господа. Prabhupada uses the word apurusheya, means that there's no defect. Прабхупада использует слово apurusheya, которое обозначает не имеющий недостатков. All knowledge in the material world comes from conditioned souls, so it will be subject to the four defects. Знание, которое присутствует в материальном мире, исходит от обусловленных существ, поэтому оно наделено четырьмя недостатками. And because we are conditioned souls, we are subject to these four defects. И будучи обусловленными живыми существами, мы подвержены этим четырем недостаткам. Then Srila Prabhupada tells us how Lord Brahma got the Vedic knowledge imparted into his heart by the Lord. Далее Шрила Прабхупада пишет, что ведическое знание было изначально вложено в сердце Брахмы. And then Brahma passed that knowledge on to his sons and disciples, and this way they had the cyclic succession. И затем Брахма передал это знание своим ученикам и сыновьям, и так появилась ученическая преемственность. Go ahead, read next paragraph. Господь есть Пурнам, всесовершенный, и потому Он не подчиняется законам материальной природы. Живыми же существами и неодушевленными объектами управляют законы материальной природы, и, следовательно, в конечном счете, воля Господа. Ишапанишад составляет часть Яджурведы, поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все, существующее во Вселенной. All right, so Srila Prabhupada tells us how Krishna is Purnam. This word was introduced to us in the invocation. In the last class, we spoke how Krishna is Purnam, meaning perfect and complete. Прабхупада снова использует здесь слово «пурнам», с которым мы уже познакомились в обращении, и которое обозначает «совершенный» и «полный». So, because he's perfect, he's not, he is the creator of the laws of material nature. He is the lawmaker. So, he is not affected by the laws. Поскольку он совершенен, именно он создает законы материальной природы, и сам он им не подчиняется. In the material world, you have kings. So the king generally, they're not under the laws of the state. They can go because they're the ruler of the state, so they're not under the laws of the state. They can do as they like. Царь государства, который управляет им, сам не находится под влиянием законов, которые действуют в этом государстве. Он стоит выше их. And then we're told how this Ishopanishad. It's actually coming from the original Vedas. It's part of the four Vedas, and Prabhupada tells us this Ishopanishad is from the Yajur Veda. Prabhupada здесь объясняет, что Ишопанишад составляет часть Яджур Веды, которая относится к четырем изначальным Ведам. So all the Upanishads, they come from the Vedas. So they're all part of the perfect knowledge which comes from the Lord. Все Упанишады составляют часть совершенного знания, которое дал Господь. And this Ishopanishad gives us information about who is the proprietor. Ишопанишад дает нам информацию о том, кто является владельцем всего. It's called the Isha Upanishad. Isha
Isha meaning the supreme. Isha в слове Ишапанишат обозначает верховный. So we get information about the Supreme Lord from this Upanishad. That's why Srila Prabhupada wrote the commentaries on it. Поэтому в Ишапанишат нам сообщается о том, кто является Верховным Господом, и именно поэтому Прабхупада прокомментировал это произведение. And Prabhupada also wanted to give us some Vedic literature. So this is from the original Vedas. Some people only accept the Vedas. They don't accept the Puranas. They don't accept the Bhagavad Gita. So the only books they want to accept is the original Vedas. So the Upanishads are from the Vedas. So that's why Prabhupada wrote commentary on Ishopanishads. И еще Прабхупада написал комментарий к Ишапанишат, потому что есть категория людей, которые не принимают Пураны, Бхагавадгиту, а принимают только изначальные Веды и Упанишады. Поэтому для них также Прабхупада написал комментарий, чтобы они тоже могли прочесть. Go ahead. Эта же мысль подтверждается в 7 главе Бхагавадгиты, где обсуждается пара и апара Пракрити. Элементы природы – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – относятся к низшей материальной энергии Господа, тогда как живое существо, органическая энергия, относится к парапракрити, высшей энергии Господа. Обе энергии, пракрити, исходят от Господа, и в конечном счете Он является владыкой всего сущего. Во Вселенной не существует ничего, что не принадлежало бы к паре или апарапракрити, поэтому все является собственностью Верховного Существа. So in this paragraph, Srila Prabhupada establishes how Krishna is the actual proprietor of everything, how everything is his property. Здесь Прабхупада раскрывает мысль о том, что именно Кришна является владыкой всего сущего, и все сущее принадлежит ему. He explains to us from the Bhagavad Gita there are two kinds of material nature. One is superior and one is inferior. В Бхагавадгите он объясняет нам, что есть две категории. Это энергии высшая и низшая. So the superior prakriti, the superior energy, that is actually the living entities who are sent to study. Please repeat. The material energy is classified in two divisions. There's superior and inferior, or para and apara. The apara is the inferior. And para is the superior. Материальная энергия делится на две категории: высшая и низшая. Пара прокрития — это высшая энергия, и апара прокрития — это низшая энергия. So the superior prakriti are the living entities. Высшая энергия — это как раз и есть живые существа. And the inferior prakriti is the elements of the material nature. Earth, water, fire, air, ether. А низшая энергия — это материальные элементы, земля, вода, огонь и так далее. So, Prabhupada said, everything in the universe is either para-prakriti or apara-prakriti. Прабхупада говорит, что все, что находится во Вселенной, относится либо к низшей, либо к высшей энергии. And both these prakritis come from the Supreme Lord. They're the energy of the Supreme Lord. И обе эти энергии исходят от Господа и являются Его энергиями. So in this way we can understand Krishna as the proprietor of everything. И таким образом мы понимаем, что Кришна является верховным владыкой всего сущего. Go on. Высшее существо, абсолютная личность Бога, является совершенной личностью и обладает
полным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих различных энергий управлять всем. Верховное существо часто сравнивают с огнем, а все живое и неживое с теплом и светом огня. Огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, и аналогичным образом Господь по-разному проявляет свои энергии. Он всегда остается главным владыкой, поддерживающим всех и управляющим всем. Он всезнающий, обладает всеми энергиями, является благодетелем каждого и исполнен всех непостижимых достояний – власти, богатства, славы, красоты, знания и отреченности. So now Srila Prabhupada is explaining how Krishna is the supreme being. He's the supreme over everyone. Здесь Прабхупада объясняет, что Кришна верховный, и он стоит выше всех остальных. And it's explained how because Krishna is complete, everything in this world is there in him. He's not lacking in anything. He has everything. И поскольку Кришна — это полное целое, то все, что существует в мире, все находится внутри него. Нет ничего, чего в нем не было бы. Prabhupada gives an example about the fire. He said the Supreme Lord is often compared to a fire. Прабхупада говорит, что Верховного Господа часто сравнивают с огнем. So from the fire comes heat and light. Из огня исходит тепло и свет. So in the same way, well, the heat and light, that is like the energy of the fire. So in the same way, the Lord also has his energy. Тепло и свет — это энергия, исходящая от огня, и точно так же у Господа тоже есть свои энергии. The Lord's energy is not just heat and light, but he shows his energy in many ways. Но энергии Господа не ограничиваются только теплом и светом. Его энергии проявляются очень многообразно. He is, for example, Krishna is the supreme, he is the ultimate, he is the highest controller of everyone. And all the demigods can worship such a, all the demigods can worship the Lord. Кришна является верховным повелителем, и ему поклоняются все полубоги. So the Lord is also called Bhagavan, just like in Bhagavad Gita, when Lord Krishna speaks, Srila Vyasa, they put Sri Bhagavan Uvacha, because Lord Krishna possesses everything, so he's Bhagavan. Его также здесь называют словом Бхагаван, и в Бхагавадгите тоже мы можем обратить внимание, что Шрила Васудева начинает тексты с слова Шри Бхагаван Увача. Бхагаван обозначает, что он обладает всеми достояниями. So we have to understand how Krishna is the perfect person, and he possesses energies which are beyond our ability to understand. Мы должны понять, что Кришна совершенен, и он обладает энергиями, которые находятся за пределами возможностей нашего понимания. Sometimes we may be bewildered hearing about Krishna's pastimes, but we should understand, not only are we bewildered, even demigods like Brahma and Shiva are bewildered when they see Krishna perform his pastimes. Иногда нас могут сбить с толку рассказы о играх Кришны, но мы должны знать, что не только мы можем оказаться сбитыми с толку, но и такие великие личности, как Брахма и Шива. Ага. О
Okay, you should read more. Поэтому нужно быть достаточно разумным, чтобы понять, что кроме Господа никто ничем не владеет. Каждый должен брать только то, что выделено ему Господом, как его доля. Корова, например, дает молоко, но не пьет его. Она питается травой и злаками, а ее молоко предназначено в пищу человеку. Так устроено Господом, и мы должны быть вполне довольны тем, что Он милостиво выделил нам. Мы всегда должны помнить, кому на самом деле принадлежит то, чем мы владеем. So now Prabhupada comes to the main point of this verse, which is that we should only take our quota and we shouldn't take more than what we need. И здесь Прабхупада подходит к главной мысли этого стиха о том, что мы должны брать то, что выделено нам, как наша доля, и не посягать на то, что не принадлежит нам. First point is to understand that everything belongs to Krishna, nothing is ours. Прежде всего, нужно понять, что все принадлежит Кришне, а нам не принадлежит ничего. We come into the world with nothing, and we leave. When we die, we leave with nothing. Nothing is actually ours. Мы приходим в этот мир, не имея ничего. И умираем, мы покидаем этот мир, также не имея ничего, потому что ничего на самом деле не принадлежит нам. So, while we are in this world, we should understand that nothing actually belongs to us, but everything belongs to God. И пребывая в этом мире, мы должны успеть понять, что ничего на самом деле не принадлежит нам, а все принадлежит Господу. So Prabhupada then gives the example about the cow who eats grass, but she gives milk. Prabhupada здесь приводит пример коровы, которая дает молоко, но сама питается травой. And that milk is meant for the well-being of the human beings. А молоко ее предназначено в пищу и для процветания людей. So we have to remember everything actually belongs to God. Don't take more than what we need. Just take what we need. Мы должны помнить, что все принадлежит Господу, и нам не следует брать больше, чем нам на самом деле нужно. Нужно брать только то, что нам действительно необходимо. Go ahead. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Но если рассуждать в понятиях Шри и Шапанишат, то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни одного из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе и, потрудившись, придать им различные формы. Рабочий не может требовать, чтобы его считали владельцем вещи, только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. Right. So, Prabhupada now giving another example. He talks about our homes, our houses, our apartments which we're living in. That these places are all constructed with material which comes by the grace of God. Здесь Прабхупада продолжает объяснять на другом примере, что мы все живем в домах и квартирах, которые построены из материалов, которые изначально дал Господь. We cannot make any of the materials ourselves, but they're all given by the grace of God. Мы не способны сами воспроизвести ни один из этих материалов, все они даны нам по милости Господа. Just like when you do construction, you will need sand and you will need water as well as other things. We should understand how all these things actually belong to God, not to us. В любом строительстве используется вода, песок и другие материалы, и мы должны понять, что эти материалы даны нам Господом. Okay, go ahead. В современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы, и весь мир находится в опасности.
Люди враждуют с собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Шриша Панишат не может ничего посоветовать кошкам и собакам, но человеку через подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. И человечество способно воспринять ведическую мудрость Шриши Панишат, гласящую, что никому не следует спорить из-за материального имущества. Каждый должен довольствоваться тем, что дано ему по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или какая-либо другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые целиком принадлежат Господу, в мире не наступит мир. I don't know, I've got a much bigger paragraph. I stopped when while communists, capitalists or some other party will pretend for the right to own the resources of material nature, which are all under control by or of the Lord, we won't have peace in the world. This we is won't have what? Paragraph. Peace in the world. Oh yeah, right. Okay, yeah. But it goes on. I've got this is all just one. If you keep going, just one paragraph in the English. Okay. Капиталисты не могут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования, и коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами в борьбе за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит верховной личности Бога, всякая собственность, которую они присвоили себе, является украденной, и потому по законам природы они будут наказаны. Атомные бомбы находятся в руках как коммунистов, так и капиталистов. И если и те, и другие вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, можно с уверенностью сказать, что в итоге эти бомбы сметут с лица земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя, обе партии должны следовать наставлениям Шриши Панишат, что принесет мир народам. All right, so Prabhupada is talking about the conflict. In Prabhupada's time, of course, Russia was a Soviet bloc, and Prabhupada knew about the capitalist mood there, or rather the communist mood. In the communist countries, everything belongs to the state. В те времена, когда Прабхупада писал этот комментарий, была другая ситуация. Был Советский Союз, советский социалистический блок, был капиталистический мир, и Прабхупада знал, что в Советском Союзе идеология предполагала, что все принадлежит государству. So there's all this conflict between the East and the West, the capitalists and the communists. So Prabhupada said it's just like the fighting between cats and dogs. И этот конфликт, который был в ту эпоху, конфликт между Востоком и Западом, между капиталистическим и коммунистическим миром, Прабхупада сравнивает его с грызнёй кошек и собак. Yeah, and Prabhupada said also, we shouldn't argue about who's, you know, the capitalists and the communists, they shouldn't argue, they shouldn't fight with each other, should live together peacefully, understanding that everything belongs to God. И Прабхупада как раз говорит, что не должно быть этих войн, распрей между коммунистами и капиталистами. Все должны жить в мире и согласии, руководствуясь принципами Ишапанишат. And we should be satisfied with whatever is given by the grace of God. И мы должны быть довольны тем, что приходит к нам по милости Господа. But if we argue with each other, then we'll simply create disaster on the planet. Но споря и воюя друг с другом, мы просто создаем бедствие на планете.
So, on one side you got the capitalists, and they're fighting, and they want to exploit and take advantage. But on the other hand, you got the communists who also have the same mood. Neither of them recognize the supreme law. И в этом конфликте участвовали как капиталисты, которые хотели эксплуатировать все, так и коммунисты, у которых на самом деле была та же задача. Но никто из них не признавал, что на самом деле им ничего не принадлежит. And both sides have got bombs and weapons for the purpose of war. And it's always a danger that they may use these weapons. У обоих враждующих сторон было оружие и бомбы, и была опасность того, что они начнут использовать это оружие. So Prabhupada says very important that both sides should hear from the Ishopanishad, and they should understand that everything belongs to God. И Прабхупада пишет, что на самом деле обеим сторонам следовало бы почитать и послушать Шри Ишопанишад и понять, что все принадлежит Господу. Go ahead. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, подобно кошкам и собакам. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература составлена для людей, а не для кошек и собак. Кошки и собаки могут убивать других животных и питаться ими, не совершая при этом греха. Но если человек убивает животное во имя удовлетворения своих вкусовых бугорков, на него ложится ответственность за нарушение законов природы. И, следовательно, он должен будет понести наказание. So, Prabhupada compares this quarreling between different political parties. He said it's just like the fighting between cats and dogs. He said it's just animal life. Прабхупада сравнивает здесь вражду между различными политическими партиями с грязнёй кошек и собак между собой. So, we have to understand human life is not meant for living like animals. Мы должны понять, что человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы жить как кошки и собаки, как животные. Animals can fight for food. They don't get any sin. But if a man kills someone for food or for his own pleasure, then that's very sinful. Когда животные охотятся и убивают других животных для обеспечения своего пропитания, они не совершают греха. Но если человек убивает животное просто ради удовлетворения своих вкусовых пристрастий, это очень греховно. Go ahead. Нормы человеческой жизни неприложимы к животным. Тигр не ест рис, пшеницу и не пьет коровьего молока, потому что ему отведено в пищу мясо животных. Существует много разновидностей животных и птиц, травоядных или плотоядных, но ни одно из них не нарушает законов природы, установленных по воле Бога. Животные и птицы, присмыкающиеся, строго придерживаются законов природы, поэтому они не могут совершить грех, и ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. So Prabhupada is comparing human life to the animal life. He said the animals, they follow the laws of nature. They're controlled by the different laws of nature. Just like the tiger does not eat rice, or the tiger doesn't eat rice and wheat, and doesn't drink cow's milk, but the tiger eats flesh, but he doesn't get sin for eating animal flesh. Прабхупада здесь сравнивает человеческую и животную жизнь и говорит, что животные полностью находятся под законами материальной природы. Например, тигр не ест рис, пшеницу и не пьет коровьего молока, потому что ему отведено в пищу мясо животных. И едя мясо, он не совершает греха.
So animals, they're controlled by the law of nature. Their food is controlled by the law of nature, and their mating is also controlled by the law of nature. And they're sleeping also. Животные полностью находятся под законами материальной природы и под их контролем. Все их пропитание, совокупление, сон, все это контролируется законами материальной природы. Different birds and fish, they have a particular time in the year when they will spawn, when they will mate and produce their offspring. Например, у птиц и у рыб есть определенные сезоны в течение года, когда они как раз мечут икру, гнездуются, и именно в это время они производят потомство. And similarly sleeping, you know, we have animals like the bear, they can sleep in the winter time, a long time. And you have some birds, they sleep in the daytime, they're awake at night. Или, например, медведь, он уходит в спячку на всю зиму. Или птицы, которые ночью охотятся, а днем спят. So they're arranged, their acts are all controlled by the material nature. But the human being, he's given freedom. He has to be responsible for his activities. Таким образом, у животных вся жизнедеятельность полностью контролируется законами материальной природы, а человек имеет свободу, но вместе с тем и ответственность за то, чтобы поступать правильно. So the animals, they don't get any sinful reactions for what they do, but human beings do. They are punished for doing the wrong things. Животные не получают никаких греховных реакций за свою деятельность, но человек, если поступает неправильно, он получает последствия. So in human life, you have to be very careful, otherwise you get punished for all of our sins. Поэтому, будучи человеком, нужно действовать очень осторожно, потому что если ты согрешил, то ты и понесешь наказание. Go ahead. Но неверно считать, что всего лишь став вегетарианцем, можно избежать нарушения законов природы. Растения тоже живые. Одно живое существо предназначено в пищу другому. Таков закон природы. Человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Его целью должно быть осознание Верховного Господа. Животные не обладают развитым сознанием, благодаря которому можно осознать Господа. Но человек наделен достаточным разумом, чтобы получить знания, изложенные в ведической литературе, и извлечь пользу из этого знания, узнав, как действуют законы природы. Если же человек пренебрегает наставлениями ведической литературы, он подвергает свою жизнь большому риску. Поэтому мы должны признать власть Верховного Господа. Человек должен стать преданным Господа, отдать все для служения Господу и питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Это поможет ему правильно исполнять свой долг. В Бхагавадгите 9.26 сам Господь говорит, что он принимает предложенную ему пищу из рук чистого преданного. Поэтому необходимо стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господа, и предлагать Господу всю свою пищу. Только после этого можно вкушать просад, то есть милость Господа. Такой преданный сможет должным образом исполнять обязанности, налагаемые человеческой жизнью. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и тем самым обрекают себя на различные страдания, являющиеся следствием совершенных ими грехов. Бхагавадгита 3.13. Yes, okay. So Prabhupada is explaining to us. But even if you're a vegetarian, you can still get sinful reactions because vegetables also have life. Прабхупада говорит, что даже если вы вегетарианец, все равно, так как растения тоже живые, за это могут быть греховные реакции. So if someone just simply
One may simply eat vegetables, but still he will get karma. Unless he offers the food to Krishna, he's going to get karma. Даже если вы вегетарианец, то если не предлагать пищу Господу, за употребление такой пищи будет скапливаться негативная карма. So animals, they don't have this kind of responsibility because they don't have that intelligence like what a human being has. Животные не получают греховную реакцию за употребление пищи, потому что у них нет такой ответственности, которая лежит на человеке. So it's the duty of everyone to understand the knowledge in the Vedic literature and follow the laws of God. Поэтому на каждом лежит ответственность изучить ведическую литературу и следовать законам, установленным Господом. So from the Bhagavad Gita, we learn that we're meant to offer our food to God. И из Бхагавад-гиты мы узнаем, что нам необходимо предлагать пищу Господу. So Prabhupada said, it's not enough to just be a vegetarian, but you must also become a devotee and offer our food to God. Take the mercy, take the prasad. Поэтому Прабхупада говорит, что недостаточно быть просто вегетарианцем, нужно стать еще и преданным и предлагать пищу Господу и затем почитать прасад. If we eat food which is not offered to God, then we get sinful reactions. Если мы едим пищу, не предложенную Господу, то мы получаем греховные реакции. Okay, do you want to finish with the, read the last paragraph? Корень греха в преднамеренном неповиновении законам природы из-за нежелания признать, что все является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть неповиновение порядку, установленному Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он наверняка обратит на себя внимание Господа и будет достоин вернуться обратно к Богу в свой вечный дом. So the, when we live in this world, we have to follow the laws. We should learn what are the laws which we have to follow. Живя в этом мире, мы должны изучить законы, действующие в этом мире, и жить по этим законам. And if we say, well, I didn't know the laws, I didn't know, that's no excuse. You cannot expect you'll get off just because you didn't know the law. We have to find out what the laws are, and we have to follow them. Нарушив закон, мы не можем оправдываться тем, что, ой, я не знал законы. Это не является оправданием. Мы должны знать законы и жить по ним. So when we follow the laws of God, then we can live peacefully and happily. Зная законы Господа, мы можем жить мирно и счастливо. All right. So we'll ask, is there any questions today? Есть ли вопросы? Хари Кришна, у меня есть вопрос. Хари Кришна Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны за слова Шрили Прабхупады. Вопрос. Как определить, что нам действительно нужно? Хари Кришна Диа Гуру Махарадж, Хари Кришна Диа Девотис, Предексет Махамбала Безенцес, Угуру Шрила Прабхупада. And my question is, how to determine what we really need? What we really what? Need. What we really need. Well, what you need to do, what you need is enough to maintain your body so that you're healthy and happy. Можно сказать так, что это то, что нужно для того, чтобы поддерживать тело
и быть здоровым и счастливым. What you actually need is very little, but what you think you need is a lot. То, что нам на самом деле нам нужно очень мало, но мы думаем, что нам нужно очень много. То, что мы думаем, что нам нужно, вот этого очень много. So we need to minimize the demands of the body. Поэтому нам нужно уменьшить потребности тела. We need to control the senses. Нам нужно контролировать чувства. If we're not in control of the senses, then we will always want more. We'll need more and more. But what we need to do is to reduce, to minimize our needs. Если не контролировать чувства, нам все время нужно будет все больше и больше и больше. Но на самом деле нам нужно уменьшить свои потребности. So we need to be guided by spiritual authorities. Поэтому нам нужно, чтобы нас вел духовный наставник, духовные авторитеты. And we have to also be determined to try to minimize, to cut down our needs and to minimize what we think we need. И также нам нужно быть решительными в том, чтобы уменьшить свои потребности и уменьшить то, что мы думаем, что нам нужно. At the same time, we have to live in the world, and we don't want to discourage people, we don't want to put people off. If they see too much austerity, then people get frightened and they won't take an interest. Но при всем при этом мы живем в этом мире, и нам также следует подавать пример. Не нужно показывать людям чрезмерную отреченность, потому что люди, которых мы хотим привлечь к сознанию Кришны, могут подумать, что здесь жизнь слишком аскетичная и нужно от всего отказаться. So we should be satisfied with what is provided honestly by the grace of Krishna, by our honest endeavor and our honest labor. We should be satisfied. Мы должны быть удовлетворены тем, что приходит к нам как результат нашего честного труда и честных усилий. We have to learn how to minimize our bodily demands. Нам нужно понять, как уменьшить потребности нашего тела. Mm-hmm. Харе Кришна, Хладини Матаджи, да, следующее? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Можно? Дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите поклоны, пожалуйста. У меня два вопроса. По очереди. Первый давайте. Да, конечно. Первый вопрос. Вот в лекции Гуру Махарадж сказал, что нам важно изучить веды, и все должны изучить веды для того, чтобы следовать законам Господа. Но вот сталкиваешься с тем, что для людей сейчас слово «веды» немножко отдаленное. Вот. Они считают, что законы, ну вот многие христиане себя называют, считают, что законы, вот они в Библии. Как вот это как-то связать и людей на веды тоже направить? Такой вопрос. Guru Maharaj, you told in the lecture that everyone has to learn the Vedas and to follow the rules and laws that are described in Vedas. But common people don't think that Vedas is something
that has authority, because they often refer to Bible and say that all the laws are described in the Bible. So how can we connect to them and describe that all important laws are described in Vedas? Yes. Well, we have to explain to them how the Vedic knowledge is timeless. That the Vedic knowledge is from the beginning of time. It was imparted into the heart of the very first living entity. Мы должны объяснить, что ведическое знание вечно. Оно существует с начала времен, и оно было помещено в сердце самого первого живого существа во Вселенной. Of course, you're talking to Christian people. They have very narrow-minded understanding about life. They think human life has evolved from lower species of life. They don't understand that man is eternally living here on this planet. Конечно, когда вы общаетесь с христианами, вы можете столкнуться с тем, что у них очень узкое мышление. Во-первых, они думают, что жизнь ограничена. Также они подвержены вот этой концепции, что жизнь произошла из низших форм существования. Srila Prabhupada told us that you don't want to get into a philosophical argument with Christian people unless they can accept that we should not eat meat. Prabhupada говорил, что не стоит вовлекаться в глубокий философский спор с христианами, если они хотя бы не признают то, что не нужно есть мясо. If they cannot accept that, then there's no point to talk anymore to them. Если они хотя бы с этим не согласятся, то нет никакого смысла продолжать с ними разговор. They'll never understand anything. Они ничего не поймут. Yeah, so говорите. Difficult trying to talk about these points to Christian people because they have such a limited understanding about the nature of life and the existence of human beings. So it's so hard for them to understand that there is such a thing as Vedic knowledge, which is timeless. Вообще с христианами очень сложно общаться на эту тему, потому что у них очень ограниченное понимание вообще вот мира и того, как устроена жизнь. Поэтому говорить о том, поэтому сложно добиться от них понимания того, что Веды — это вечное знание. Окей. Okay. Спасибо большое. If they accept that you should be vegetarian, then you can explain how man has been in existence on this planet for a very long time. Just like in the Bible, they tell about past civilization. In the Bible, they also talk about how people lived a very long time. There were people living hundreds of years. And because in the previous yuga, people lived, you know, they lived thousands of years. Если ваш собеседник хотя бы согласится с тем, что вы вегетарианец и что можно быть вегетарианцем, то вы можете дальше продолжить разговор о том, что на самом деле человеческая цивилизация существует уже очень много тысяч лет, потому что даже в Библии ведь есть такие упоминания, что в предыдущие эпохи люди жили намного дольше, там тоже есть упоминания, что и по тысяче лет люди жили. И таким образом можно уже разговор продолжать.
But ordinary Christians, they cannot understand these things. They think, they believe in evolution, they believe man come from chemicals. They have all kinds of funny ideas. So very difficult to try to teach them about Vedic knowledge. Ну, обычно с христианами сложно разговаривать, потому что они верят в эволюцию, в то, что человек произошел в результате соединения химических элементов, и вообще принимают на веру очень много всяких забавных идей, поэтому общаться сложно. But one thing you could tell them, that Lord Jesus Christ is mentioned in the Vedas, that from thousands of years ago they predicted that Lord Jesus Christ would come and he would deliver a lot of fallen souls by preaching the word of God. Но одну вещь вы можете сказать, что на самом деле в Ведах был предсказан приход Иисуса Христа. Там написано было за многие тысячи лет до его прихода, что придет такой посланник Господа, который будет проповедовать и спасет множество заблудших душ. Окей. Второй вопрос, да, можно? Да. Второй вопрос связан с ежедневной практикой садхана бхакти. Поняла, что делаю садхану ради садханы, чтобы просто вот это сделать, это почитать, круги там послужить, и как вывести свою садхану на другой уровень. То есть сейчас садхана ради садханы. Как пройти дальше? Такой вопрос. The second question is, she says she's doing her sadhana just for the sake of sadhana, just to read rounds, just to read books. So she's asking how to go on to the next level, how to change motivation, maybe. How to change from what level to what level? Хладине, уточните, то есть еще раз вопрос, что именно вы хотите, на какой именно другой уровень? Получается, что какой-то есть другой уровень, может быть, ради Господа, но вот пока что садхана ради садханы. И вот какой следующий уровень, и как на него пойти? Мотивация, вдохновение, может быть, что-то из этого? Ну, или именно, что вы бескорыстно, чтобы это было бескорыстно ради Господа? Может быть, здесь замешано еще ради правил. Вот, может быть, еще такой момент, что... Формальное, да, следование вы имеете в виду? Просто садхана. Может быть, да, ага, да. Ага. А, чтобы что-то сердце, такое... наверное. Да. She says, how to make it less formal? How to do it from heart? What? How? Her sadhana, her everyday practice. How to do it from the heart and less yes. mechanical? Yes. Well, you have to hear more the topics of Krishna, and you have to chant more the names of Krishna. And gradually your heart will become soft and you will develop more love for Krishna. Нужно больше слушать о Господе, больше повторять его святое имя, и таким образом сердце смягчится, и в нем появится любовь. Love of Krishna. Love is there in the heart, but it's covered over by ignorance. By all of our material desires. Любовь уже есть в сердце, но она покрыта невежеством и нашими материальными желаниями. So when you start, if you start doing more hearing and chanting,
then gradually their love for Krishna will awaken. Guru Maharaj, I lost you. Oh, really? I'm sorry. When you start doing more hearing and chanting, that love for Krishna will awaken and you'll start to feel more the taste of loving Krishna and serving Krishna. Когда у вас будет больше слушания и воспевания, то любовь как раз начнет просыпаться, и вы будете испытывать больше вкуса к слушанию и воспеванию. We have no taste for hearing and chanting. We may be doing it, but we're doing it mechanically without any real taste. That's because of our disease, because of our contamination from the past, that we are conditioned souls in the material world. Мы не чувствуем вкуса к слушанию и воспеванию из-за нашей материальной болезни. Мы осквернены, мы обусловлены души. So we become apathetical, means we don't take the devotional service seriously. Мы не воспринимаем преданное служение всерьез. But if we have a life-threatening crisis, if our life is in danger, then we'll become more serious in our hearing and chanting. Но если нашей жизни начнет угрожать реальная опасность, тогда мы станем серьезнее в слушании и воспевании. So you can wait until that moment comes, until the crisis comes in your life. Or you can prepare yourself now, because in the future, for sure, there will be crisis come in the life. There will be dangers of death and disease coming to us. So we should become very serious about our devotional service. И у вас тут есть два пути. Вы либо можете дождаться этого кризиса серьезного, серьезной угрозы вашей жизни, и тогда начать серьезно воспевать. Либо вы можете заранее подготовиться и заранее уже начать серьезно слушать и воспевать, и тогда вы уже будете готовы, потому что этот кризис, болезни, смерть, серьезные опасности, они в любом случае нас ожидают на нашем пути, но мы можем заранее подготовиться. We see Arjuna. Arjuna's on the battlefield at Kurukshetra, about to fight a war. And, you know, his army, his side is very much outnumbered by the other side. So he's in a life-threatening crisis when Krishna speaks Bhagavad Gita to him. Как, например, Арджуна, стоя на поле битвы Курукшетра между двумя армиями, когда он обратился к Кришне, его жизни действительно угрожала опасность серьезно, потому что войско врага значительно превосходило по численности его войска. And you see also Maharaj Parikshit, he was cursed to die in 7 days. So he was in a very difficult situation. He knew he's going to die. So he was very careful to hear very carefully the Srimad Bhagavatam. He was so careful, he stopped eating and drinking. Или, например, у Махараджи Парикшита была тоже ситуация, когда его прокляли, и ему оставалось жить 7 дней. Это тоже была кризисная ситуация, поэтому он очень внимательно слушал послание Бхагаватам, и вплоть до того, что он перестал есть и пить. So when we're in a crisis like that, then we will be more careful, we will be more determined to hear carefully and to take everything very seriously.
Поэтому, когда мы попадем в подобную ситуацию, мы, естественно, будем уже очень внимательны и очень решительны, и слушать будем очень серьезно и внимательно. So you can wait for that moment to come, or you can understand that that kind of crisis is going to come at some point in your life, and you can get ready for that. Поэтому вы либо можете просто ждать такого кризиса, либо вы можете понять, что он в любом случае наступит на каком-то отрезке вашей жизни и уже сейчас готовится. So if we're ready for it, then it's not a big problem. И когда мы к этому готовы, то это уже не представляет такую сложность. Okay. Yes. Спасибо. Хари Кришна, Вриндаван Лила, да, Матаджи, следующая. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. Сразу прошу прощения за такой глупый вопрос. Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как мне действовать? В последнее время стала отслеживать, что стала тратить деньги на покупку сари. Есть такое желание одеваться в духовную одежду. И как мне это расценивать? Как это для себя? Это материальное желание? Хотя могла эти деньги отправить в храм, как бы, ну, более задействовать их в служении божествам. А почему могут возникать эти желания? Это вожделение? Хари Кришна. The question is... she noticed lastly that she starts to spend a lot of money to purchase sari. So her question is it a material desire or is it okay? Because she could spend this money to donate for the temple and to serve the deities, but she spends it to purchase sari. So is it material desire, is it lust, or what is it? Well, yes, it can be lust, it can be just material desire. I don't know, you have to consider how many saris do you have before you purchase the new one. Were you really in need of the new sari? Were you lacking saris? Это может быть материальное желание, может быть вожделение, но вы просто смотрите, сколько у вас их уже есть. То есть это перед покупкой нового. То есть вы действительно нуждаетесь, вам действительно не хватает? If you already have quite a lot of saris at home, then there is no need to buy another sari. Of course, you may say, well, no, it was a very nice color, a nice design. I really liked that sari, so I wanted this new sari. Srila Prabhupada says how sometimes women, the average woman, they want to have 20 or 30 saris. Нужно смотреть, сколько у вас, сколько их уже есть. Если их много, и вы просто смотрите, что вот оно красивое, красивого цвета. Ну, Прабхупада вообще говорил, что у богатых женщин по 20-30 сари имеется. Правильно. So, yeah. Was it a material desire? Well, you know yourself. Did you really need that sari? How many times did you wear it once you bought it? Вы сами можете определить, так как вы сами себя хорошо знаете, материальное это желание или нет. Сколько раз вы одевали это сари с момента покупки? Hmm.
Okay. Хари Кришна, спасибо, Гуру Махарадж. Просто раньше мне одно было сари, да, и, ну, как бы я одевала его только в храм. Сейчас больше служения, я поняла вас, Хари Кришна, спасибо большое. Я буду смотреть. Второй вопрос, да? Да, говорите. Ага. Что помогает развить духовный разум? Для специфика обусловленности тела не позволит развить разумность? Хари Кришна. Mm-hmm. At first she said thank you for the answer because now she needs now she takes part in service more so she has to consider herself. So the second question is how to develop the spiritual intelligence or the condition, the specific of conditioned body won't allow her to develop it. Well, spiritual intelligence develops by chanting Hare Krishna and by engaging in devotional service, particularly hearing and chanting. Духовный разум развивается, когда вы занимаетесь преданным служением, в частности, слушанием и воспеванием. If you engage in these activities, then definitely you can develop your spiritual intelligence. Если вы занимаетесь слушанием и воспеванием, то, безусловно, вы сможете развить духовный разум. Mm-hmm. Хари Кришна, следующий, да, вопрос? Наверное. Да. Mm-hmm. Следующий вопрос по Шримад Бхагаватам 1.16.7. Прабхупада говорит, Ямараджа — великий преданный Господа, и он любит, когда чистые преданные, постоянно погруженные в преданное служение Господу, приглашают его на киртаны и жертвоприношения. Мой вопрос, в каких случаях Ямараджа приглашают на киртаны и жертвоприношения? Гурудев, my question is about Shrimad Bhagavatam 1.16.7. It is said, Ямараджа is a great devotee of the Lord, and he likes to be invited to kirtans and sacrifices by the pure devotees, who are constantly engaged in the devotional service of the Lord. My question is, on what occasions is Ямараджа invited to kirtans and sacrifices? Because I didn't hear about it before. Well, Ямарадж will come wherever there's a devotional program going on, arti. Even if you're offering arti, he may come. Prabhupada told us to put Vyasasans at the side of the altar. He said, Lord Brahma, Narada Muni, they will come sometimes for arti. So they should have an asthana when they come. Ямараджа может вообще прийти на любой акт преданного служения, будь то арати или что-то еще. Прабхупада, например, говорил, что на арати могут приходить брахма или другие полубоги, поэтому нужно поставить асану, чтобы вот они сидели и смотрели на алтарь. So similarly, Ямарадж, he will come when there's nice kirtan, nice spiritual atmosphere, where the Lord is being glorified, he will come also to see. Поэтому, если у вас проходит хороший киртан с хорошей духовной атмосферой, то Ямараджа может прийти тоже поучаствовать. Just like when Lord Chaitanya was born, different demigods came along with their wives. They all brought offerings for the child. But they came disguised. Nobody knew they were demigods.
Как, например, когда родился Господь Чайтанья, полубоги со своими женами тоже пришли, чтобы выразить почтение, но никто их не узнал, потому что они пришли не в своих обликах. Mm-hmm. All right. Thank you, Guru Maharaj. Следующий вопрос, Александр. Хари Кришна, ваше святейшество. Вы сказали, что духовный разум развивается путем слушания и воспевания. А путем чтения книг Прабхупады он развивается? You told that the spiritual intelligence is developed by hearing and chanting. Is it developed by reading Srila Prabhupada's books? Yes, if you read carefully. Если внимательно читаете, то да. Don't just read mechanically. It's not just a reading exercise. But you have to read and understand what Prabhupada is saying. Не читайте механически, как будто это упражнение по чтению. Вы должны читать и понимать то, что Прабхупада хотел сказать. So Srila Prabhupada says, more important than reading is discussing and explaining. So when you read something, if you can discuss it with other devotees and explain it to other people, that will be better. Прабхупада говорил, что еще более важно, чем чтение, является обсуждение и объяснение. Поэтому, если вы что-то прочитали, и у вас есть возможность обсудить это и объяснить другим преданным, это еще лучше. Mm-hmm. All right. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, I have one more question. Так, это по Шримад Бхагаватам 2.13.12. А преданный может испытать такое трансцендентное блаженство даже на стадии регулируемого преданного служения, садхана авастха, если им руководит истинный духовный учитель. И вопрос. Если у нас нет блаженства, это значит, что мы не следуем указаниям учителя? Гурудев, my question is also by Шримад Бхагаватам. About Шримад Бхагаватам 2.3.12. The transcendental bliss is experienced even in the stage of devotional practice, sadhana avastha. If properly undertaken under the guidance of a bona fide spiritual master. And my question, if we don't have bliss, does it mean that we don't follow the instructions of the spiritual master? May it be? Well, it may be. I don't know. You should know if you're following the instructions of the spiritual master or not. If you're not following, then that could be the reason. But it may be that Krishna just didn't give you bliss. It's not that every time he will give you bliss. Sometimes you may get bliss. Вы сами за себя знаете. Следуете ли вы наставлениям? Может быть, причина в этом, но может еще быть причина в том, что Кришна сам не хочет давать вам блаженство, потому что он не обязан каждый раз давать блаженство. Оно может быть, его может не быть. We cannot demand to Krishna, I want bliss, I have to get bliss. Sometimes you may get bliss, Sometimes we're just so covered, we don't feel the bliss. Even though the bliss is there, we're not feeling it. Мы не можем требовать у Кришны, а ну давай мне блаженство. Оно может быть, его может не быть. А еще мы можем быть настолько покрыты невежеством и материальными желаниями, что блаженство оно есть, но мы не можем почувствовать. Okay. Thank you very much, Gurudev. And my last question. How can we understand that our devotional service, we accept devotional service seriously? Because there are many opinions about this topic.
what is seriously and what is not. Вы по-русски не сказали. Ой, простите, да, по-русски. А что значит воспринимать преданное служение серьезно? Потому что есть много разных мнений на этот счет. Что является серьезным, а что нет? How can we understand what is serious and what is not? In devotional service, yes, Gurudev. Well, but serious, you know, we have the problem of birth and death. We're in the material world. We're in the wheel of samsara. It's a serious situation. We have to become very serious to get out of this wheel of birth and death. Прежде всего, мы должны понять, что мы находимся в череде рождений и смертей. Это уже само по себе очень серьезно. Поэтому мы должны стать серьезными, чтобы вырваться из этого круговорота. We should be serious about how we use our time. We don't want to waste our time. Time is very valuable. One moment lost, you cannot buy it back for any amount of wealth. И также мы должны серьезно отнестись к тому, на что мы тратим время, потому что время бесценно. Даже одно упущенное мгновение не купить, не вернуть назад и не купить ни за какие деньги. So we can understand seriousness in this sense. Gravity is one of the 26 qualities of a devotee. Devotee is grave. Grave means also like serious. Так, grave. Это что, подскажите, Матаджи? Well, it's similar to serious. Это такое более сильное, очень серьезный такой, суровый. Одно из 24 качеств преданного – это серьезность. Okay. Thank you so much, Gurudev, for your explanation. Hare Krishna. Ахладини Матаджи еще есть вопрос на нее и на еще один. Hare Krishna. Вот Гуру Махарадж говорил, что очень хорошо не просто читать, но и делиться прочтенным в книге Шрилы Прабхупады. Но такой вопрос, как сохранить чистоту передачи? Бывает, прочитаешь и передаешь, но передаешь еще и свое какое-то. Вот, как сохранить чистоту передачи и в то же самое время делиться тем, что у тебя осталось после прочитанного. Hare Krishna. You said that it's good to share, to explain what you have read, but how to keep the purity of it? How to explain it without adding something from oneself? Well, that is the that's the test of our devotion, that we hear carefully, we won't add, we will keep the, we have to be chaste to the message, whatever is taught by the teacher. We shouldn't change anything. We shouldn't want to put in our own message. At the same time, we may use different words, we may express it in a different language, in a less philosophical manner. But the message, the meaning should be the same. В этом как раз и состоит квалификация и то, чему нужно научиться передавать послание без каких-либо искажений. Мы можем передавать его другими словами, мы можем говорить проще, не так философски, но суть послания должна оставаться неизменной. Yeah, we don't want to be unfaithful to the previous, to our teachers. We want to preserve the tradition, so it is important that we don't change anything. То есть мы должны сохранять, мы должны оставаться верными традициям и
верить в своих духовных учителей таким образом, чтобы ничего не менять. So you have to watch out for that. You should know yourself. If you've understood the message, what is being taught in the text, then you won't change it. You won't adulterate it. You keep it pure. И вот за этим как раз нужно внимательно следить. Но если вы действительно поняли, что вы прочитали, то вы это и не измените. Самое главное — понимание. Okay. Хари Кришна, а еще от Варджарани этот же вопрос. Кришна, Гуру Махарадж, Кришна, преданные, примите поклоны смиренные. Простите, пожалуйста, у меня вопрос не по теме. Перейдите, пожалуйста. Говорите вопрос. Вопрос по... Когда выдавали инициацию последнюю по Матаджам, Кладини Матаджи и Вриндаван Лила Матаджи, преданные сказали, процитировав ваши слова, что вы говорили, что я не вечен, что скоро могу уйти, там, да, вот такие, такие слова, и что, типа, мы можем принять шикшу у Чайтани Чандрачарана Прабху и Бхактивидьяна Госвами Махараджа. А вот, можете прокомментировать? Thank you, я просто такого не слышала. Хотела бы узнать, говорили вы такое или нет? Спасибо. She's asking that she has heard that while you were given initiation to Hladini Mataji and Vrindavan Lila Mataji, you told that you're not eternal and there will be some point when you have to pass away. So then your disciples can take shiksha from Chaitanya Chandracharan Prabhu and Bhakti Vigyana Goswami. So she wants to know, is it true that you told such a thing or not? Because she has heard it from some other devotees. I don't remember saying that. I may have said, of course, I may have said that I'm not eternal. I certainly said that I'm not eternal. But as far as taking shiksha, you don't have to wait for me to leave the body to do that. You can continue to, you can take shiksha from people, the senior devotees there, like you mentioned, Bhaktivigyan Maharaj and Chaitanya Chan, and any of the senior devotees there. You can take shiksha from them. That's, you're encouraged to do that. Я не помню, чтобы я именно в такой формулировке говорил. То, что я точно говорил, это то, что я не вечен. Но вам не обязательно нужно ждать, пока я оставлю тело, чтобы принимать уже сейчас шикшу от старших преданных, таких, как вы упомянули, и других авторитетных старших преданных. И более того, вам рекомендуется это делать. You don't have to wait for me to leave the body to do that. Не нужно ждать, пока я оставлю тело. We encourage devotees to take association, have association with senior Vaishnavas. We don't say just only associate and hear from your guru, from the Diksha guru, but you need to have also shiksha people. You need to have good instructing spiritual teachers there also who can guide you. У вас не должен быть только вот один дикша-гуру, и вы слушаете только от него. Нужно принимать наставления и от других старших преданных, которые находятся рядом с вами, и общение с которыми вы можете получать. All right, any other questions? Матаджи, еще, по-моему, в чате были, да, какие-то текстовые вопросы, но я не знаю, как туда зайти. А их уже задали, это просто преданные продублировали туда. Хорошо. Да, преданные? Или кто-то еще там в чат что-то отправлял? Может быть, я пропустила? Если есть какие-то вопросы, то задавайте.
Guru Maharaj, it seems there are no more questions, I think. Okay, so then we'll finish here today. Mm-hmm. So we thank Madhurya Leela Mataji very much for her kind translation. And we thank all the devotees for their participation. Спасибо большое всем преданным за участие. А можно спросить? Еще вопрос есть от Александра. One There is another question. Вопрос про Шикша Гуру. Вы говорили, что Шикша Гуру и Дикша Гуру, ну, у них одна и та же квалификация. И получается, что человек может задавать вопросы Шикша Гуру, и его наставления обязательны к применению точно так же, как и наставление Дикша Гуру. Я правильно понимаю? То есть он не может уже так, вот он задал вопрос, ему дали наставление, а он уже решает, принимать или не принимать, потому что это не Дикша Гуру, а это Шикша Гуру, и я как бы уже сам решаю. То есть а наставления Шикша Гуру, они так же обязательны для выполнения, как и Дикша Гуру наставления. You told that Diksha Guru and Shiksha Guru have the same qualification, so we can ask questions from Diksha Guru and Shiksha Guru. But the question is, if Shiksha Guru gives us some answers, as answer and some instructions, are his instructions demand? Must we follow his instructions the same as Diksha Guru's instructions, or we can decide to follow it or not? Well, you have to consider the circumstances, what kind of instruction he's given you. Нужно еще смотреть на обстоятельства и какие наставления вам даны. But if he's a qualified, authorized person, if his instructions are in accordance with the message of the Shastra, then yeah, you can follow. Если это авторитетный наставник, и его наставления не идут вразрез с наставлениями Писаний, то тогда да, следуйте. Certainly, if it's according to Shastra, and then if you follow it, you'll benefit. You'll make spiritual advancement. You'll get purification. It should also be in accordance with the teachings of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is the ultimate or the premier Shiksha Guru for everyone. And the whole purpose of initiation and taking instruction is to bring us closer to Prabhupada. Если слова Шикша Гуру соотносятся с писаниями и, самое главное, соотносятся с посланием Шрилы Прабхупады, то вы получите благо от выполнения этих наставлений. Поэтому можно, да, взять их и выполнять. Но вообще самый верховный наш Шикша Гуру — это Шрила Прабхупада. И вообще цель инициации — это привести нас ближе именно к нему. Можно еще спросить? Говорите. То есть я понимаю, как, что гуру дает наставление, ученик старается его выполнить. Потом, если у него что-то возникает, какие-то трудности, он опять идет к гуру и говорит, что гуру, у меня есть трудности с выполнением. И гуру уже смотрит, там, почему трудности, то есть, может быть, нужно что-то изменить, может быть, ученик некачественно выполняет что-то там, какое-то наставление. То есть здесь точно такие же отношения
между шикша-гуру, так и же, и он несет такую же ответственность, как и дикша-гуру, да, за судьбу ученика? Или это просто как рекомендательное? Ну вот шикша-гуру, он мне просто какие-то рекомендации дает, а я вот уже думаю, применять их или не применять. Даже если они соотносятся со словами Писаний, со словами Прабхупады, но за мной остается как бы уже решение, применять или не применять. When a disciple takes instructions from his Diksha Guru, and then he has some difficulties with following it, then he can come to Diksha Guru and say that I have some difficulties, please help me. So, are the relations with Shiksha Guru the same? So, if a person takes instructions from Shiksha Guru, then Shiksha Guru has some responsibility for the disciple following it, or it's just a recommendation, and this devotee can decide to follow it or not, because it's just a recommendation. Yes, it depends on the devotee. It depends on what is your relationship with the person. Have you formally accepted him as a Shiksha Guru? Это зависит от вас и ваших отношений с этим преданным. Вы приняли его официально как вашего шикша-гуру? How closely are you connected to him by taking instruction and following them? Насколько близко? Was it just one time he gave you instruction? Насколько близко вы общаетесь с ним, насколько близко вы его принимаете как своего гуру, или вы просто вот один раз что-то спросили и все? Maybe that he gave the instruction in a casual manner, or was it something which he gave you in a very serious manner, and which he specifically directed to you? Еще смотрите, либо он дал вам какие-то общие наставления, или он прям вникнул в вашу ситуацию и дал вам конкретные наставления, касающиеся вашей ситуации. So you have to consider these things. Вот поэтому всему нужно смотреть. Спасибо большое. Примите мою поклону. Thank you very much. Please accept my obeisances. All right, so we'll finish here today. Thank you very much. Thank you, Madhurya Leela, and thank you all the devotees. And we wish you all well. Have a good week. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhakti Vignanacha Narasimha Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna.